Славянский район – один из лидеров по развитию физической культуры и спорта в регионе. Наши спортсмены неоднократно подтверждали этот высокий статус своими победами в международных и всероссийских соревнованиях. Поддержке талантливых спортсменов и их тренеров уделяется особое внимание. Не остаются в стороне и славянские депутаты. В районном управлении физической культуры и спорта депутат районного совета Максим Панов и депутат городского совета Виталий Прытков встретились с победительницей первенства России по боксу Кариной Коробовой и ее тренером Александром Водопьяновым. Боксом девушка занимается чуть больше 4 лет, но уже успела достигнуть больших высот в этом виде спорта. Карина – неоднократный победитель первенства России Южного федерального округа Европы. Хотим вручить, Карин, тебе денежную премию, как бы ты умничка, ты наша звездочка, молодец, мы тебя поздравляем, умница, так и дерзай, готовься, чтобы ты хорошо выступила, мы тебя поздравляем, молодец. Знал, что ты не одна, что есть команда Кирилла. Да, мы тебя поддерживаем, когда за тебя переживают и помогают в том числе. Поддержка талантливых спортсменов, в том числе и финансовая, конечно, неоценима. Это позволяет совершенствовать материально-техническую базу, участвовать спортсменам в сборах и соревнованиях и в целом развивать и поддерживать спорт. Когда такие у нас идут заслуги, победы, конечно, это гордость для всего Славянского района. Стараемся постоянно выделять какую-то помощь, ну, финансовую в том числе. То есть принимаем полное участие в жизни наших спортсменов. В Славянском районе создана общественная некоммерческая организация «Федерация бокса», возглавляет которую депутат городского совета Виталий Прытков. Федерация также оказывает помощь спортсменам. Ребятам из малообеспеченных семей приобретают экипировку, помогают спортсменам выезжать на соревнования, организовывать различные мероприятия. Я сам занимаюсь боксом. Дети мои, которые возраст позволяет, тоже занимаются боксом. Это хороший вид спорта, позволяющий, как говорится, чувствовать себя нормальным человеком, так назовем. Поэтому, конечно же, и особенно это важно для молодежи, я считаю, и именно молодежный спорт мы поддерживаем, потому что, ну, дети – это как бы наше будущее, это будущее нашей страны. Вот, поэтому помогаем деньгами, потому что финансирование, конечно же, не всегда. Собираем вокруг себя небезразличных людей, которым небезразлична судьба, там, да, вот этого вида спорта. Помощь и поддержка Карине Коробовой сейчас как никогда необходимы. Совсем скоро она примет участие в международном турнире по боксу в Сербии, а в июле будет бороться за победу на первенстве Европы. И зная, что за нее будет болеть весь район, выходить на ринг, конечно, будет легче, уверена спортсменка. Обращают внимание на нас, за нас болеют, за нас поддерживают. Большая очень поддержка, то есть она все равно чувствуется. И на этом фоне хочется как бы идти все равно вперед, как-то, знаете, очень приятно. Ну как настроен вот на следующие встречи, на следующие бои? Боевой, вот так можно сказать, то есть нужно выигрывать. Пожелаем Карине удачно выступить на соревнованиях. Пусть поддержка славянцев придаст ей уверенности и принесет победу. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».